Шестой ряд. Итак, намечаем прибавки. По прямой у нас 15 столбиков. Ставим маркер в 16. Между маркерами 5 столбиков. Ставим маркеры. 4 прибавки в шестом ряду. Дальше. По прямой у нас 16 столбиков. Маркер, первая прибавка поворота. И дальше между маркерами 5 столбиков без прибавок. Маркеры 4 прибавки. И в конце у нас остается 1 петелька без прибавок. И еще. Почаще кладите изделие на стол. Смотрите, чтобы круг у нас, полукруг, не загибался чашей, чтобы он плотно, ровно лежал на столе. Постоянно поправляйте петли, расправляйте. Сразу. Не потом, когда свяжете окончательно все ряды, а именно поправляем сразу каждый ряд. Прибавочки наметили, спокойно вяжем столбики. Не забывайте, что мы захватываем ножку провязанного столбика. Вяжем столбики.